Вы читали только, вот, условно говоря, вот «Весну», вот эту пьесу, или все три рассказа? Там четыре рассказа. Четыре, да? Да. На сайте написано, что три. Вот здесь. Вы знаете, так. Я доверяю художникам, ага, которые взялись за материал. Я думаю, что, наверное, Михаил Николаевич просто предложил еще рассказ, потому как я уже дал на откуп и сказал: друзья мои, вот вам автор. Причем это прекрасно, когда ты работаешь с живым автором. Не то, что ты что-то додумываешь, фантазируешь, а может быть, так думал, наверное, автор, когда он писал это произведение. И в этом проблема, когда ты за автора что-то придумаешь, он написал это там век или полтора века назад, а ты за него додумаешь. Наверное, он вот это имел в виду. Здесь есть живой автор. Михаил Николаевич действительно глубокий, абсолютно автор, который, помимо того, что он умеет потрясающе веселить людей, он потрясающий философ. Михаил Николаевич, который довольно-таки серьезные вещи порой говорит на своих концертах. Просто надо хотя бы раз прийти на концерт Михаила Николаевича Задорнова и послушать, насколько он начинает играть словами, а за этим огромный глубокий смысл. И причем разговор-то порой становится абсолютно серьезным. Ибо да, мы посмеялись, смех смехом, а возникает еще тот самый серьез, который необходим нам. Ну, мы можем, конечно, смеяться и дальше, но за каждым смехом, если это глубокий автор, существует потрясающая идея, очень глубокая идея. Это то, что есть у Михаила Николаевича. Поэтому просто надо общаться. Я-то с ним общаюсь, надо с ним общаться, надо его знать. Он действительно очень сильный. Сейчас все зрители Губернского с ним будут опосредованно общаться, приходя на этот спектакль, это я так понимаю. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».